Так, ребят, приветствую на канале. Сегодня, наверное, последний день этих копольских, возможно. Может быть, завтра, конечно, тоже еще куда-нибудь заедем. Который четвертый, пятый, мы копаемся. Вот, сегодня приехали на покос, решили оставить в покое наше чудо-поле. Уже до того, как он действительно либо скось относился, либо перепашет. Не знаю, что там агроном говорил, сами не знают, что с ним делать. Вот. Мы сейчас... Вот у нас покос. Здесь шли дороги туда. Вот туда. Ой, даже да, вот туда. Не вижу, против солнца. Ну, короче, мы туда и пойдем, в сторону кустов. Посмотрим, что будет. Ладно. Так, ну отошли сколько? Минут 20 ходим. Сопутка есть. Конины, пуговицы. Вот первый сигнал монетный. Она кислая, наверное, идет. В дубе, в дребезги. Дорога проходная. Поэтому монет здесь будет немного. Скорее всего, они... Да лысые. А ну где? Напрочь. Блин, где свет? Ну, похрипывает. Похрипывает. Лысая монета. Ладно, идем пока смотрим. Все равно надо новые места искать. Ладно, монеты есть и хорошо. Хорошо. Вот, ребят, прикол. В очистом поле. Вот эта ямка. Сразу решили вот разойтись, да, чуть-чуть пройти. Может, здесь какая-то тропа была. Сразу сигнал. Ну что, за монеты опять не понятно, видно? Понятно, что здесь они опять очень окисленные. Здесь же удобряют эти поля. Надежда на серебро. Надежда на серебро, да. Деньга. Какая деньга, не какая знаю. Деньга? У меня там еще сигнал, но он потерялся. Сейчас будем искать. Так. Ладно, включимся, покажу. Какая-то деньга. Какая деньга, не знаю. Забавно. Так, ну, ребят, примерно поняли направление этой дороги. Вон деревня. И вот так, вот так, 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 так. И вот где тракторы проходили. Вот в колее у меня находочка. Николай, походу. Ну, Александр, я не знаю, будем потом мыть. И вот куда-то туда она уходила. Смотрим, ищем. Вот, ребят, такая штука выпала. Как конина, что ли, ребят. Подскажите, может, кто знает. Смотрите. Что-то на нее подвешивалось. А может, и детали машин. Короче, локализуем сейчас вход дороги в лес. И посмотрим. Там ничего нет. В углу уходила? Интересно. Ладно. Сигнал у нас. Я не знаю, что это такое. Не. Ой, ты, ё-моё. Опять усмыркано. Не копейку точно это медь. Но. Хрен, денежка, наверное, какая-нибудь. Или там одна, вторая, что-нибудь николаевская. Ну, такого форматика маленького. Mm-hmm. Ищем. И находим. У нас полная луна назревает. Или уже назрело, не знаю. Красиво все равно. Вообще конину с пуговицами, конечно, не снимаю, но тут вон какая вывалилась, интересно. Прикольно, как цветок. Ладно, идем дальше искать. Да. Говорю, что я там. По-разному. Стемнело, все, ходим. Ну, к машине идем, вон он где-то у нас там стоит. Луна красивая. Да, сейчас снимем. Смотри, как она утопала в облаках. Там машина у нас, а вот у нас луна. Утопает, нырнула в облако. В облако. А, ну, забыл сказать, сигнал какой-то.
Ну, ребят, ну сейчас в темноте здесь разобрать, ну, невозможно, честно. Потом помоем и покажем. Так, ну завершилась сегодняшняя разведочка у нас. Наковыряли монет. Ну, немного, конин, монет всякой фигни. В принципе, мы под конец поняли, как шла эта дорога. Мы ходили чуть-чуть не так. Вот как мы пересекали ее или попадались, начинались находки. То есть сапутка, пуговицы, конина, медная проволока старая. Чего там? А, мух полно, смажка. Ну, всякая ерунда, короче говоря. Но, и как мы с нее сходили, сразу начиналась советская. Сейчас покажу, что на рыве. А, и под конец вообще перед машиной хохма получилось. Показываю. О, находки. Конечно. Монеты вообще надо все мыть. Мы их не мыли сегодня. Луж нет, мы уж к лужам привыкли. Пуговица. Вот это вот. Но она без ножки. Тут какое-то серебро. Вообще непонятно. Ну да. И монеты непонятные. И под конец, во! Па-бам! Я уж прям возле машины, я уж обрадовался. Пятак 78-го года. Половинка. 1878-й. Это Александровский. Паразитизм. Вот такая убитая монета. Хоть плачь. Ну ладно, в целом разведка удалась. Я думаю, что на эту дорогу мы потом еще когда-нибудь вернемся, когда делать будет нечего. И пройдем уже правильным маршрутом. Все, до свидания. Доброе утро, народ. Безумности нашей нет предела. Завершающий день нашего трипа, так называемого. Осталось часов 5 нам, чтобы покопать. Встали 4. Выехали. К сожалению, за окном дождь поливает. Все равно выехали. Будем смотреть вчерашнюю дорогу. Не спится. Не спится, да, при свете дня. И распаханные дома там все-таки были на том месте. Тоже сейчас попробуем глядеть. Мы взяли дождевики. Не думаю, что у нас сильно намокнет. Ну, намокнем, вернемся. Мы в такой ливень гуляли. Да. Ладно, буду пробовать снимать, конечно. Под дождем опасно. Возьму чехол. На связи. Народ, приехали. Дождь, конечно, идет. Вот я в больших сомнениях, сейчас брать с собой камеру или нет. Ладно, если будут находки, я, конечно, вернусь за ней, пока в машине оставлю, чтобы не намочить. Жалко оборудование. Ладно, покажу. И к тому ролику тогда добавим, к вчерашнему. Маленький промежуточный отчет маленького утреннего клопа. Вот сейчас дождь чуть-чуть прекратился. Мы примерно вот такие. Сейчас. Вот. Находок вообще, ну, что удивляться. Погода хреновая. Ноги разъезжаются. Сейчас посмотрим, что там. Оп. Кусочек крестика. Кусочек. Масенький, масенький. Печалька. У тебя что? Из монеты. Я ж тебе говорю. А я не слышу. Поздний совет, ага. Пломба и кусочек крестика. Так, и на-ка мои к себе в хабарницу забери, которую я не взял, как всегда. По карманам растолкал. И заодно посмотри, что там я нашел. Такой легкий промежуток. Да ничего. Что за перед? Не вижу. Она вся в грязи, а тереть не буду. Ладно. Сейчас дойдем вот до колеи и пойдем обратно. Все, хорош. Этот видос я во вчерашний день вставлю. Может, еще что-нибудь найдем. Сейчас посмотрим.
О, утро какое хорошее. Узнаете? Ну, беда. Вокруг нас кружатся. Ладно, пусть летят с Богом. Ну все, ребят, накопались, часик походили, 5 монет. Добавлю, если что-то стоящее будет на фотографии. Все, отбываем сегодня в Москву. Монет за эти дни набили, наверное, ну порядка сотни набили, наверное. Может, чуть поменьше. Зачеты были хорошие. Медалька хорошая. Полтина серебряная тоже хорошая. Ладно, прощаемся. До скорых встреч!